18 декабря официально стартовала избирательная кампания выборов президента России. Они состоятся в марте 2018 года. В зале администрации области собрались члены правительства, главы муниципальных образований и представители общественных организаций Зауралья. Цель – обсудить приоритетные задачи и этапы прохождения выборов на всех уровнях. Всем нам вместе нужно потрудиться от органов местного самоуправления, от правительства. Требуется самое основное – это на должном уровне выполнять свои должностные обязанности и сделать так, чтобы жизнь была более комфортной и чтобы наших избирателей не приходилось уговаривать приходить на избирательные участки. Голосовать легко. Так звучит новый слоган в списке новаций избирательного законодательства. У граждан России впервые появилась возможность голосовать без открепительных удостоверений. В нововведениях предусмотрено, что каждый человек может отдать свой голос по месту жительства, а не регистрации, как это было раньше. Отныне каждый заранее может выбрать место своего голосования. Для этого необходимо лишь подать заявление в местный избирательный участок или в многофункциональный центр. По мнению членов избирательной комиссии Курганской области, это увеличит явку избирателей. Есть разные сегодня оценки, но это миллионы избирателей, которые не могли воспользоваться своим активным избирательным правом, потому что получить открепительное удостоверение, им надо было прибыть по месту своей регистрации, написать заявление, получить открепительное удостоверение, а потом по нему проголосовать по месту нахождения. Это очень было затратно, сегодня никаких затрат. Отметим, прием заявлений начнется за 45 дней до голосования в территориальных избирательных комиссиях и МФЦ. Воспользоваться такой возможностью можно до 12 марта 2018 года. Павел Баев, Константин Вчаков, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».